Everybody has read the story of Goofy the Gorilla. Все читали историю про Гарри Вуди. Yeah? No, я не read that. Вы что, не читали в Кришнамурте эту историю? Oh, that's a great story. О, это великая история. When I was a young devotee, когда я был молодым преданным, every Sunday at the feast we would do a drama. Каждое воскресенье на нашей программе мы делали спектакль. Every Sunday. Каждое воскресенье. And in Buffalo, New York, our deities were Jagannath, Baladeva, and Subhadra. И в Баффало, Нью-Йорк, у нас божествами были Джаганнат, Баладева и Субхадра. And we decided one week we could do with a gorilla. И мы решили одну неделю, что вот Дивиду Галилу на трассу поставим. And guess who was Druida? И догадывайтесь, кто был Галилой. I must have been a devotee about 6 months. Я был предан где-то месяца шесть. And basically, a devotee was reading this, narrating the story. И преданный он читал эту историю. And it came to the point where it said, Vivida showed his teeth to Lord Balaram. И он читал эту историю и дошел до того момента, где говорится, и тут Дивида показал свои зубы Господу Балараме. I heard that. И я услышал это. And I turned to Lord Balaram on the altar. Повернулся на Господа Балараму на алтаре. And then it said, and Vivida showed his backside to Lord Balaram. А потом там дальше говорилось, что Дивида развернулся и показал заднее место Баларами. So you know me. Не знаете же меня. I think that was the point where my spiritual advancement stopped. Я думаю, что именно это был тот момент, где мое духовное продвижение остановилось. A few years ago we had GBC. У нас несколько лет назад тоже был ретрит GBC. And one day during the retreat, you know, we just decided to have a spontaneous drama. И вот тут прямо посреди ретрита мы решили поставить спонтанный спектакль. You know, just like that. Вот просто вот так, вот на час. So we chose Vivida Gorilla. И мы выбрали Vivida Gorilla. And even in my old age, и даже уже вот спустя столько лет, свои старые года, я по-прежнему стал Дивиды. Screaming, jumping. Я кричал, прыгал. Just recently, at the GBC meeting, His Holiness Bhakti Chaitanya Swami and I were talking. Как недавно на нашем встрече GBC мы с Бхакти Чайтанья Свами разговаривали. Who has ever attended a class of His Holiness Bhakti Chaitanya Swami? Кто из вас посещал классы его свидетельства Бхакти Чайтанья Свами когда-либо вообще? He comes from the country New Zealand. На самом деле он из такой страны, как Новая Зеландия. But he comes from a very aristocratic family. И он происходит из очень аристократической семьи. And then he told me that when he used to go to school when he was a child. И он мне говорил, что часто, когда он в школу шел, когда он был ребенком. He was dropped at the school, and the car that carried him a silver phantom Rolls Royce. И он рассказывал, что в школу его всегда довозила машина, это был серебристый Rolls Royce. You know, one model called silver phantom. И модель такая так и называется, серебристый фантом. And that's the kind of family that he comes from. Вот представьте, с какой семьей он происходил. He speaks very posh. И он говорит на таком очень красивом английском, таком богатом. So we were talking. И мы разговаривали с ним. And I always refer to him, because we're friends, I always, when I'm speaking to him, I say, oh, holy master. И как поскольку мы друзья, я всегда к нему обращаюсь, о, святой господин. And he calls me, oh, saintly. А он меня всегда обращается, о, святой. We were talking. Мы с ним разговариваем, и он ко мне обращается, о, святой. I still have such a vivid picture in my mind of you performing the
моем уме до сих пор хранится яркий образ твоей роли, когда ты был Дэвидом Гориллой. It was extraordinary. Это было необычайно.